Журчание воды в фонтане, пение птиц и звуки музыки. Парк Дубки организаторы этого мероприятия назвали живописным. И действительно, окружающая обстановка иных эпитетов не предполагает. В эти теплые осенние дни многие химчане приходят сюда провести время, и концертные номера творческих коллективов городского округа для них стали приятным дополнением к прогулке. Ребенок попросился в парк. Здесь очень классный батут и хорошие горки. И вот оказалось, что здесь концерты. Мы заодно стали свидетелями, зрителями концерта. На импровизированной сцене одни из участников живописного представления – воспитанницы школы спортивного танца «Надежда». Впечатляющие трюки спортсменок равнодушными зрителей не оставили. Я пришла поддержать своего ребенка, который занимается в спортивной студии «Надежда». Я считаю, что должен быть важный режим в жизни ребенка, а спорт и режим, и тем более в этой школе все на высшем уровне. На высшем уровне прошло и само мероприятие «Живописный парк». Кстати, одними концертными номерами творческая встреча в Дубках не ограничилась. Гости праздника стали посетителями ярмарки, где смогли приобрести необычные сувениры и игрушки. И, наконец, любой желающий прямо здесь имел возможность вступить в число участников творческих коллективов городского округа, посетивших в этот осенний день парк Дубки. Руслан Сафин, новости Химки ТВ.